Запускаем здесь машину Джанхэ. Удобная плавная гидравлика, тоже ускорение. В общем, машина отлично себя показывает. Привет, Воронежская область. Мы на Таку. Запускаем здесь машину Джанхэ. GHC-3507 – это телескопический погрузчик военного завода Китай. Машина интересная. Раньше здесь работали две JCB-шки. Они как строительные, 4-тонные. Вот. Ну, нужна более юркая машина, более подвижная, что механизатор говорит. Очень неплохо в бурт заходит, есть толчковая педаль. Вот. Насыпает полный ковш достаточно быстро. Удобная плавная гидравлика, тоже ускорение хорошо сделано. На гидростатике машина нравится ему. Вот, опять же, высыпает хорошо. Буквально вот загрузил КамАЗ прицеп. Уже скорость, его четкость действий говорит о том, как будто он работал с этой машиной уже несколько лет. Короче, быстро привык, катается. Вот сейчас уехал КамАЗ из-под зава. Забирает мусор там, сгружает бурты отдельно. Ну, колотое там зерно, кукурузу. В общем, машина отлично себя показывает. Подписывайтесь, на связи!